Coño. Se te tiene coño. Coño. Se te tiene coño. Да, сура, я кстати. Коллектор, знаешь, будь я. Я сказал, как мне переделать. Какой нахуй переделок, блядь, нихуя не знаю. Но все равно 2000 баксов. Пизда. Какие нахуй 2000 баксов, пиздец. 2000 баксов новую машину купил. Ты какие цены стреляешь, бичо? Ты хом не в проценте с ними. Я же не говорю, ты дай, блядь. Ты хом не в проценте с ними, признавайся, бичо. Чтобы атму воткнуть, да? Ты признавайся в проценте, и ты признавайся, какой хуй ты не починил за месяц. Да, все, пацаны там, блядь. Я знал, что такая хуйня будет. Просто думал, может быть, хуй его знает. Да он посмотрел, Сэм, мне нахуй, блядь, это уже пиздец, блядь. Не хочу я. Почему не хочу в Грузии оставаться, брат? Потому что в плане стримов и так далее здесь нету движа, брат. Хули мне запускать, брат? Ну что стримить, брат? Ну вот что, скажи мне. Ну на машине я здесь не могу куролесить. Проекты какие-то, ну мы запустим. Выйдем отсюда дать боком, нас въебут сходу, брат. Зачем? Лучше можно сделать в России и на стримах, блядь, другой вайб, понял? Все другое, вы сами видели. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. На, подержи, Абай, я пойду поговорю с ним насчет денег. Сейчас хыпыш будет. Ага. Здравствуйте. Да хватит делать, что ты, блядь, да убери нахуй свои мерзкие руки, тупое существо, что ты нахуй делаешь, зачем вот это, хуй ты сломал, не лезь, ну с вами кровавыми руками, не умеешь, блядь. Только не в машине зайду. Все по этой машине узнаю. Что, Чарин? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня с... Алло. Ультитик Кофман. Алло, вы откуда, вас плохо слышно? Ас... Гео, куда уходишь? Давай я раздам. Извините, вы мне не подходите. Раздашь? Сейчас выйду, сейчас мы пообщаемся. А, деньги... А... Деньги спиздили? Да, не уходят теперь. Ильтюту, отключись, пожалуйста, отключите. Закрой сафари, просто вкладку. Кофман, отключись. Вкладку закрой просто. Кехпа. Бля, Гио тоже ушел, да, в самый неподходящий момент. Раздал, да, я разобрал, я к тебе захожу. Ирим. Все, я понервничал с Гео. Так, дай другое уже, она меня немножко не поправила. Разрешу. Она тебя больше не возбуждает? Разрешит. Эй, что ты хочешь? Вы хотите завершить? Да. Сейчас другой зайдем. Ладно, давай с тобой. Алло. У тебя интернет. Алло. А, все, заработал. Так, о, какую-то хорошую выбор тоже поправит. Вот она меня поправляет более-менее. Видно и слышно. Приватный чат. Делаем. Включите камеру или микрофон. Пока ждем, ну спой песню одну. Сатамон Удзу Хермезлер Гюлю Солу Дермезлер Сары Гелин. А там тоже Ринадо базарит, понял? Не снимай. Почему не снимай? Просто там деловые моменты. Да пошли вы нахуй. Ладно. Чё тут, пацаны? Что, ничего, брат, хули. Нихуя, блядь. 800 лар работа, 900. 900 лар работа, плюс 150 эвакуатор, 1050 лар, 40 тысяч. Пизда. Ты говорил $800. И до этого 1300 лар на запчасти, считай. У нас проблема, мы в данный момент находимся в Грузии, прилетели вчера. У нас есть машина Е36. И ее преследуют очень, ну, я не знаю, такие падкие моменты, что кто-то сглазил, она ломается постоянно. Машина старенькая, но в нее вложено уже больше $2 миллионов. Я так скажу, типа, это такой проект очень большой. Скажи, один раз просто цыганка. Да, один раз цыганка, ее черт не сбили, и она сказала, что в этот, ну, машина не будет ездить нормально. Уже год она стоит в этом. У меня к вам охренет вопрос, типа, стоит ли ее чинить или нам продавать ее лучше? Вы сейчас в ней? Мы сейчас нет, можем пройти к ней. Нет, давайте, я просто спросила. А год что-то нужен? Нет, просто если вы в ней, я бы тогда не только на вас, но и на обстановку бы настраивалась. Обстановка в Грузии хорошая, если честно. Я вот вчера приехал, поправляет вообще. Я имела в виду обстановку машины. Понял, меня суру вчера, это жестко вообще было. Ну ладно, это история. Можем машину сесть, когда? Не-не, ну нормально, говорят, нормально. Есть у вас там действительно, слушайте, проблема не в машине. Ага.
Вот, очень смешно. Воздух сосет, пока сама по себе машина, если ее смотреть, она нормальная, но есть у нее какие-то там, как, наверное, у любого механизма свои истории. Uh-huh. Где-то, да, действительно, может быть, что-то починить надо еще как-то. Uh-huh. Но в основном притягиваете к ней несчастье вы. Я? Ну, не вы конкретно, а люди. То есть вот здесь вот, во-первых, те, кто был в тот момент, когда вот эта вот история была, что типа там цыганка, не цыганка. Шамчир, да, вот это было. Вот это просто надо забыть. Угу. Ну, не настолько человек обладает большой силой, чтобы из-за этого нон-стоп ломалась машина. Угу. Надо как-то, ну, поспокойнее на эту историю. Если она вам не дает покоя, можете машину светить там или как вот, ну, сделать какое-то действие, да, богоугодное, скажем так. Ау, не знаю, богоугодное, сегодня ее обоссать уже хотели, честное слово. Типа, ну это уже невозможно, я вам клянусь, но невозможно с этой машиной, уже нервничаем. Год машина стоит. Год машина стоит. Ну, я еще раз говорю, это не в какой-то магии или проклятиях на машине дело, вот честно. Угу. Бывает, когда да, есть вот что-то такое, но это не ваш случай. Поэтому вам ее действительно либо нужно перебрать хорошенько и оставить, либо действительно продать. Но это не связано ни с какой там чернухой, наговорами и прочей историей. Угу. Выбора у вас два. Ну, что лучше, можете сказать, продать или починить? Пусть давайте карта скажет. Жес. А там можно этот вопрос у карты? Откуда воздух сосет? Мы понять не можем. Вот так нельзя спросить. Понял. О, по правилам пускай сказали, сразу починили. Ну, просто карта вам физически не покажет. Ага. Оба нет, наверное. Только если карты, да? Вообще, конечно, ее лучше продать. Продать, да? Это более для всех вообще выгодная история. Я переживаю, клянусь. Да, машина просто досталась от моего прапраца. Вопрос просто здесь в том, что человек, который будет на ней ездить, у него там будет все в порядке. Если мы ее продадим, у человека будет... Аба, а мы что такое? Год сидим уже эту машину чиним. У него нормально будет? Мы что, лохи, что ли? Как... А если я другу своему здесь продам? Нет, здесь вы можете продать человека, который в курсе этой истории. В курсе? Нет, я говорю, что если он не в курсе. А, не в курсе. Да, понятное дело, эту машину, если в курсе истории, извините, за маху кто ее купит, я извиняюсь. Только тому лоху какому-то найти ее продать нужно. Но если он... Самое забавное, что у него она будет работать, у этого лоха. Аба, реально, когда не надо. Реально, она будет хорошо ехать. На, Харинет, клянусь, вам спасибо большое. А? Все, спасибо, спасибо. Все, давайте, удачи вам, Харинет. Гросс. А Гросс это ваша фамилия? Да. Иранка? Нет. А можно мне тоже поговорить с ней? Да, конечно, братна. Здравствуйте. Я уже поговорил, сказали... А можно еще вопрос? Да, давай. Вот у меня девушка забеременела, что делать? Да, что вы хотите? А бабусь... Ну, у нас будет будущее или нет? А как зовут девушку? А? Лина, подожди вперед, что-то. А реально ее как зовут? А? Реально, как ее зовут? Девочку? Аня. А вас как зовут? Меня Шачир. Вот, это его машина, которую я вам рассказывал, которую вы посоветовали продать лоху. Ну, еще раз говорю, ее надо продать человек, который не в теме. Ну, не в теме человек, если не в теме в этой машине, он лох по-другому. У нее какое выразительное имя Харьет. Добрый. Прям хочу ей довериться. У меня минута осталась, этот Харьет. Побыстрее карты смешивайте, мало времени. Девочка, вы торопите, девочка хорошая. Ага. Ну, то есть, с ней можно поспорить. Ну, чисто в плане секса, да, она очень хорошая. Або нет, какая хорошая. Другой разговор, что она не менее строптивая. Да, но учителю я 5-6 палок кидаю, она хочет и хочет. Да. То есть, с ней очень долго придется договариваться, искать подходы, но при этом можно что-то построить. Если вы готовы... Ну, я честно, если честно, просто, знаете, когда вот ты тоже, да, не маленький, когда пьяный, просто хочется, она типа такая, знаешь, там, 5-6 палок за ночь, вообще не проблема. Чисто вот ради секса я ее взял. Даже не моется, кстати. Ну, вот, собственно, чисто для этого, да. Ему будет даже минут через 40 только, брат, позвонит. Ага. Вариант лучше просто скатиться вниз, брат. Да. Там его годер какой-то найти, брат, и просто... У нее колеса... Аба, попрощайся, 24 секунды. Харьет, и что дальше? Я говорю, что если вот этот вот строптивый характер вас устраивает, то, пожалуйста. Строптивый? Она именно, знаешь, такая, ой, строптивая. Нормально. Мы вот втроем ее даже расчехляли. Ама как делала, помнишь? Корки, корки, ладно. Горло длинное, пиздец. Да, там, знаешь, как она сосет, как сом. Черная дыра. Как пылесос. Как Дайсон, я поняла. Да. Дайсон это уже уровень, там пока не такой прям. Вах, блядь, заблокировала нас. Да похуй. Не, время закончилось. Блядь.
хорошая. Короче, я тебе про машину скажу. Я ей объяснил машину, что за машина, 5-10, сказал, год уже в проблемах. Спросил, кстати, откуда сосет воздух, она карты не показали. Охуеть. Аба и сказала, что эту машину, она не может починиться по одной причине. Что она с вами, эта машина. Эта машина, вы приносите ей несчастье, то есть ты. Типа не она нас ебет, это мы ее ебем. Да, да, типа мы. Она говорит, если вы ее продадите человеку, который не шарит за нее, лоху, то есть, да, который хуй бы ее починит. Он говорит, он ее починит, и он будет с ней счастлив. Пиздеж. Не, Вася, клянусь, ну найдите лоха, мы соберем. Блядь, я вспомнил, что мне еще надо 100 лошадь сделал квадрочек. Давайте поедем. 120. Извини. Ачирка наш маленький. Короче, Джадо рает она нас. Джадо, Джадо. Кстати, это она еще сказала, что та цыганка, которую вы, черт, не сбили, она на вас показала этот. Сказала, что хуй вам, бля, всех вас. Ой-ой-ой. Вот эту хуйню. Сказала, возможно, это ее глаз на эту машину, именно на это. Ну, типа, хорошо, что не на CLS был. Да. Надо обоссать, значит, на машину, чтобы... Я ей то же самое сказал. Я сказал, мы ее... Она говорит, какие-то ритуалы надо провести. Я говорю, мы ее сегодня уже обоссать хотели. Она говорит, не, это не поможет. Не, А, да, ну, нахуй. Да. Правда, всегда помогало. Нас один раз глазили, понял? Я в подъезде насол, все как рукой. Да, кстати, он дверь обоссал. Просто в этот момент еще понял, у него жена тогда была, он касал на дверь, он дверь когда трол, он на жену насал еще случайно. Ну, это соседа, понял, сглазили. Я обоссал дверь, соседка, разбогатели. Знаешь, как живут сейчас? Я, знаешь, как им помог, а сам нихуя хуй сос, вот видишь, я пиржу. Когда она дверь открыла, она села, типа, золотой дождь. О, бахалла. Я ж маленький. О, пипи. А, кстати, детская моча. Да, да, лечебное свойство. У меня, видишь, вот на лице сейчас, смотри, ни одной этой нету. Мне пахан так говорил, давал пить, говорит. Ты кому? Тебе тоже? Да, я специально, потому что из-за этого я такой умный. Бля, поправил. Не факт. Ну ты молодец, реально. Ама джахля. Чё, а чё вы, блядь, против мочи что-то имеете? Люди раньше, блядь, так пили. Да, главное, соли. Мочу оставляешь на месяц? На месяц мочу оставляешь? Не, вообще она должна быть. И соль спускается. Кристаллизируется. Нет, соль вниз уходит, а вода наверх, и пить можно. Я когда на Бали, да, был, или где я был? Я там воду так делал соленую. Пацаны 36 обосывают. Я спросил у нее, где сосет. Она не знает. Говорит, это вообще странно. А она где сосет? Ты спросил сам. А если бы мы ее осветили? Типа лампочку включили бы? Ну да. Давай оставим под этим, под лампионом, блядь. Хули она и под лампионами стояла, и под боксами стояла. Она. Ангелина беременна? Да ладно. Какая? Вот это. Пойдем на сам горе восстановим. Пусть не надо. В Краснодаре? А? Который в Краснодаре? Да. А пух ты, не ебалый. Бля, прикинь, если ее, воры захотят украсть. Какая им пизда. Я не завидую. Погнали реально к ней, если на арабском поговорим. Аба? Не, наоборот, катись. Мара, брат, только что я бац, мама, Анкан. Давай толкнем, брат. Толкать нахуй, я трогаю. Иди помоги, заебал. Я, брат, давай помоги. Да иди, заебал, ну я со стримом. Хотя бы что-то. Не нервируй, ну меня, блядь. Заебал, ну помоги, ну Керим, нахуй ты долбоеб, спойлер ломаешь, идиот, блядь. О, что-то попало. Подожди. Вот с той стороны было. Брат, выруби, нахуй ты врубил сейчас аккум до нуля сядет. Сейчас, стой. Все. Вперед. Тормоз на шину. Так, одно отделило. Все. Короче, я знаю, что мы сделаем. Я привезу одного рабочего. Наш пацан есть один. Так и сделаем. Турбину снимем нахуй, сделаем из нее 2,5 вот этот воздушный, и все, заебись. Ебать, он ебашит, Вася. Короче, будет она атмосферник. Сделаем. Дай бог, бабки соберем. Короче, все нормально, парни. Только чуть-чуть. Сейчас вот наш брат эвакуаторщик ее поднимет. Да, сами продадим. На хули здесь турбокит интейк идет? И это. А за 1000 лар, 1600 лар? Да, какой нахуй 1600 лар, блядь? Китайская турбина стоит, по-моему. Турбокит 600 лар стоит. Серьезно? Да. Кулер дорогой. Только кулер дорогой, да. 1500 баксов. Хуй. 500 баксов ара хуй. $200 весь будет стоить. Пока. Хуй турбина стоит? Не знаю, Сэм, наверное. Сфоткать надо ее и выставить нахуй на продажу. Он 2,9 за минуту кинул. 2,9. Жечь из горы скинуть? Не. Потом сгорел. Понервничал. Пах, да на. Сачи! Сацамон Удзо!
Hürmezler gülü solu Şeker ne nerne çay bala Ara братcan это ядрить всю стучу Как будто уже заебало Скиньте ее с обрыва да по-братски Клянусь я нам все равно брат Клянусь День не нервничай Да слушай нашей стороны даже поддержка Ара есть мы зрители поддерживаем Сбрось ее нахуй бить уже Все нервы выпотрошила Что это Клянусь такое Клянусь ее маму там Я его маму ее Ну все давай брат Сау Сау Сау. Вот вам смешно, да? Смешно, да вам? А хули плакать, что ли, Витю? Меню срабим, напишите. Мне, блядь, даже по страховой нельзя провести, я ее маму не упал. Хотя бы по страховой лоб-лоб с кем-то влетел бы, блядь, хотя бы деньги взял бы, блядь. Я уже все, блядь, эти варианты в голове прикидываю, блядь, как 80 тысяч снять, блядь. Вообще во всем Равша виноват, знаешь? Да, Равшан пиздец. Он торсовал, когда мы ее купили. Мещико здесь не виновен, а у Мещикохов вообще... А, умоляю, не хочу вспоминать, да? Бля, это легендарная хуйня. Мещикоха вообще пиздец, блядь. Ау, едет, прикинь. А он не едет, он порхает. Правда, не как бабочка, но похуй. За сколько ее продать можно? Не знаю, один... 3000 долларов максимум, я думаю. Если сделать, то больше. Слышь, есть что-то, посмотри. Типичный руль, чтоб за диски цепляли, брат. А за что цепляют? За крыло? За крышу, брат. Да, пиздец. Алик, делаешь? Алик, столба? Тихо. Я вижу. Алик охуенно водит, его не трогайте. Сучка, работает. Вот силари минеты. Гачери. Хо-хо, ки-ки. Загрузили. Пацан пишет, обычно же за дверные ручки поднимают. Бля, хорошо было. Неплохо. Бля, я считаю, когда... Кары, помнишь один раз, то, что мы с тобой ехали после хуки? То, что нас на целость антифриз всего, мать, выебал. О, это пиздец было. Я новая помню. Сделанная Смотри. Машина, блядь. Да, знаешь как? На кандилак. Ебоном выехал, хорошо? Сразу, брат. И смотрим, дымы, мавы, блядь. Ах, блядь. Ты 100% подумал, стук какой-нибудь. Нет, я сразу ему сказал антифриз сходу. Да. Только сделали, брат, в этот день. Может, это диагнозист наш. Он сразу забрали, брат, мы нихуя. Он приехал сам, за его квадром все оплатил, забрал. На следующее утро я машину забрал. Бля, нам нахуй вообще ехать. Пускай скинет рано у бани. А где он скидывает? Ну, деньги дадим пахам выйти встретиться, да? А куда мы поедем? Поехали, ну? Да, у тебя на Убани как-то. Есть это, да? Мать, она же заводится. Да, сейчас пахан нервничать будет, а? Да, может вообще где-то так поставить, чтобы пахан не знал бы. Не, я во дворе ЛДЖ, чтобы пахан смотрел. Не, если пахану оставим, пока он выгрузит, это понервничает, а? Да, кстати. А так мы будем рядом, мы понервничаем. Согласен. Перемнем нервы. Дядя Булик один ее толкать не будет в гараж. Да. Садись, да, поехали. Поехали. Там Ника, Гио, Карен, а мы здесь. Кто как приехал, так под тепло, кайф. Окей. Фонарик. Лалика подъебать, мол, хуй машина, лампочка даже не работает. Пахану дай, он ее сделает. Не хочу, пацаны, я отца очень сильно своего люблю. Отец я очень сильно люблю отца, и я не хочу, чтобы... Может, с меня сейчас спрос будет, потому что там деньги приходили, брали из дома. И папа сейчас скажет, ты что, брал деньги, и что? И пиздец. Да, вот пахана сейчас... что-то машина ремонтирует. Хо-ки-ки, а, о! Блять, сопреток только не хватало. Оба я тоже понервничал, понял, из-за того, что вы понервничали. Мне кажется, или Ренат ее просто боится. За 5000 долларов напротив амбассадора взорвешь ее. Блять, за 5000 нет. Почему? Мало. С хуев. Взорвать, почему? Не поджечь. Внутрь бензин зальем, съебем, все скажешь, блять, машина горит. Тебя деньги платят, чтобы машину взорвал. Ты еще въебываешься, что мало? Блять, надо мусора выебут, там же перед амбассадором. Бля, давай ее мотор вытащим, стол домой поставим. Можно? Из колес этот сделаем, как его зовут, стулья. А ты же хотел себе на фоне, на полке колеса поставить. Нахуй надо, блин. Вот BBS и поставим. Ванну и поставьте, потом карамбу. Бля, потом чату домой перейдет, дом давай, да. Да, прикинь, землетрясение, она в дом упадет. Сичимин баше. Гель гаше. Ичи ведра. Ребят, поговори после стрима. Да потолажи хуй. Göt kaşığı Göt kaşığı ağzına girer Заебалмыш, ночью снится будет, я объясню, блин. Один раз уже проснилась, блин. Это другая. Бля, меня все девочки во сне видят. Вчера тоже еще одна девочка меня во сне увидела. Что-то меня очень много часто люди во сне. А ты не понимаешь намеки. Я когда ебаться хочу, столько я ей пишу, что я снился. Да она мне снилась, да? Да? Да. Мне один раз слышал. Девочка, она в три дня написала. Я тебе не писал. Мне один раз девочка написала, что ты мне снился, и она слепая проснулась. А ты ебался? Ей это сейчас туда ебался? Да. Ты ебался? В рот давал. Фу, бля. И
маслом воняло. Это арабская версия. Я знаю арабский. Я вообще хочу на английский язык перейти полностью. Полностью? Да. Для английской аудитории? Сколько слов выучил? Полстрима будешь в бассейне. How? What's your name? I'm fine. You from? А? G20 выиграете. Мусора. Мари нашего брата БМВшника остановили. Актив гибрид там. Хуйня. Так тебе и надо. Знаете, если что, на Дампалу место закончится там. Если захотите машину хоронить, говорит, на Дампалу места закончились. Да, хуй найди, давайте похороним ее. Правда, тут экскаватор надо ее руками хуй выкопать. Никто не согласится ее копать. Экскаватор нужен? Опять надо будет эвакуатор вызывать, чтобы внутрь засунуть. Не, зачем? Затолкаем, запихаем. Скинем. Только блядь, экскаватор. Мы полчаса едим, что в голодании, блядь, стоим. Это Керим чуть не умер от нарко, да, брат? Передосом поймал. Как в Краснодаре даже. Ебать у тебя эвакуаторщик, ебашь. Шашкой. Хуй покажу. Давай. Да. Долбоёб реально показал. Нахуй ты показал, блядь. Ты же попросил, долбоёб. Сделал, что показал, да? Нахуй надо тебе, блядь. Даже хаха не поймали.